В 1904 году Россия объявила войну Японии, и началась русско-японская война. Одна из самых позорных и таких неприятных войн в истории Российской империи. Два флота, первый и второй Тихоокеанский флот, погибли. Был захвачен Порт-Артур, была отбита у России Маньчжурия, и в результате мирных переговоров Россия лишилась полсахалина, поэтому граф Витте, который вел тогда переговоры, был прозван в народе графом полсахалинским. Он получил графский титул за мир. Вот. Но это эти настроения, вот этот негатив, видно, что война-то проиграна не из-за того, что там что-то было плохо, хорошо, из-за продажности, из-за коррупционности, из-за бездарности руководства России. Все настроение вылилось в 1905 год. Это был год первой русской революции, такой вошел в историю, который открылся 9 января 1905 года. 9 января Поп Гапон, провокатор, повел в Саругу вместе с иконами народ к Зимнему дворцу просить вольности и милости у царя. Там их ждали солдаты. Толпа была расстреляна в надежде, что народ испугается, испугается Бандеров. Но, как мы уже отмечали несколько раз, это был другой народ, это было другое поколение, это были совершенно другие люди, которые не собирались никуда прятаться. Эти события, плюс перед этим были еще расстрелы на Ленских клетках и другие, они переросли в Первую русскую революцию. Интересно, что именно 9 января 1905 года Иван Степанович Проханов проводил первую вечерю на Фонарном переулке, вечерю любви, и он говорил, что у нас будет свой союз. Скоро будет свобода, и у них будет свой союз. Интересно, что 8 января он отнес в Министерство внутренних дел свою знаменитую записку о правоположении евангельских христиан-баптистов в России. Его подписали Проханов, Кушниров, Павлов и Долгополов. Подписали эту записку. Записка была по просьбе министра внутренних дел написана, чтобы как-то обратить внимание на правоположение верующих в России. И вот эти все события сошлись в одном пазле. У Бога это все очень интересно. Всегда происходит, мы всегда понимаем. В результате этих событий царь издал ряд манифестов о свободе. Была учреждена Госдума и многие другие. 17 апреля 1905 года царь вышел на балкон с очередным манифестом, который был о даровании российскому населению вероисповедных свобод, то есть, или как он называет, манифест о веротерпимости. В этом манифесте впервые за много столетий было провозглашено, что гражданин империи, как царь сказал, всегда заботясь о наших гражданах, позволило выбирать веру. То есть мог сам решать по достижении совершеннолетнего возраста, гражданин России мог сам решать, в какой вере ему оставаться. Оставаться ли ему православным, переходить ли в какую-либо другую веру, или вообще жить в неверии. Это дело самого гражданина. Самое интересное, что этот манифест не отрывал церковь от государства. Этот манифест не отбирал у церквей определенные функции. Абсолютно. Он только регулировал вопросы перехода и неких свобод. Кроме того, вышло еще несколько манифестов о свободе печати, собраний. То есть теперь можно было издавать литературу, можно было многие вещи делать. Интересно, что когда Николай Одинцов читал на Большой Москве 43 в доме Ливен этот манифест, все плакали, собрание плакало, целовались. Наконец-то мы дожили до этого часа, когда можно быть не православным в России, и тебе ничего за это, в принципе, не должно быть, не будет. Вот. Но одно дело проявить манифест, другое дело
как это вообще делать. И в октябре 1906 года Госсовет и царь подписывают еще один манифест о порядке образования стабрядческих, расходнических и других общин, отколовшихся от православия. То есть этот закон октября 1906 года регламентировал деятельность вот этих самых общин. Почему это было так важен, этот закон? Этот закон, дело в том, что общин, у общин или у религиозных объединений никто не отбирал вопросов ведения метрических книг, вопросы похорон, ну и многие-многие вопросы, да. И теперь по этому закону наставникам общин, в данном случае профитерам или там в стабрядческом варианте, это епископам и так далее, давалось право вести книги, регистрировать браки, регистрировать рождения, выдавать все документы. И эти документы были в порядке вещей. Кроме того, этим законом регламентировалось порядок богослужения. То есть богослужения могли проводиться, но в специально отведенных помещениях. Нельзя было проводить богослужения в арендованных залах, в общественных местах. В общем, закон достаточно похож на современные законы Российской империи. Но в тот момент это был прорыв. В тот момент это было вот то, что жаждали. И я уже говорил про съезд 1907 года, в январе месяце. Он был направлен, как реально исполнить этот закон. Причем интересно, что только вышел закон, 6 октября 1906 года, уже через 10 дней Кушниров, это служитель, адвокат баптистский, собирают в Киеве съезд. И они уже начинают сразу, как жить по этому новому закону. Потому что новые возможности. Можно было собирать законные съезды. Теперь съезд можно было собирать законно и уведомлять об этом императора. Можно было издавать литературу, ну и так далее. Не все было так радужно. Никто не отменял главенство Русской Православной Церкви, никто не отменял ни Священный Синод, но тем не менее, тем не менее. И вот интересен этот период, который начинается фактически с 1906 года, он длится до 14 года, потому что в 14 году в связи с, да чуть раньше, даже в 12 году, но 14 год он такой переломный. Вот за эти 9 лет в Союзе Баптистов было крещено 300 тысяч человек. То есть сейчас это какая-то фантастика, да? Это при том, что гонения продолжались, это при том, что все время были какие-то проблемы, какие-то судебные разбирательства, все время срывались собрания, там. То есть все равно вот весь этот антураж антисектантский он продолжал быть, но вот интересно, что в этот момент происходит. Значит, что сразу происходит? Сразу же начинается издаваться литература. В 1906 году в январе выходит «Шалом, христианин», в мае 1907 года начинается издаваться журнал «Баптист» Мазаевым, он назывался «В Ростове-на-Дону», потом он перебрался в Одессу на 2 года, потом он в Баку издавался, потом опять в Ростове, потом при советской власти после 1924 года он издавался в Москве Федеративным союзом баптистов. Сразу же, начиная в 2010 году, Проханов начинает издавать еженедельную газету «Утренняя звезда». Это газета, которая писала как о светских новостях, так о новостях во всей религиозной сфере. Также были духовные страницы, скажем, духовно-назидательные, уроки воскресной школы, чтение на каждый день. Вот. В 1909 году Фетлер начинает выпускать свой журнал «Вера». Через год он был переименован в журнал «Гость», который, в принципе, выпускался Фетлером до 1939 года. Он выпускался в Санкт-Петербурге, потом выпускался в Риге. Были перерывы на гражданскую войну, на какие-то другие вещи. Сразу же начинает издаваться море другой литературы. Я уже немножко говорил о библейских курсах, которые проводил и открывался Проханов. Начинается вопрос строительства домов молитвы. В 1907 году открывается дом молитвы
в Омске, построенный на деньги Гавриила Ивановича Можаева, родного брата Дея Ивановича. Тоже очень интересная история. Гавриил Иванович переехал в Сибирь совершенно не с миссионерскими, а именно по коммерческой части. Но там происходит некое духовное переосмысление. Хотя он был сыном правления Союза Баптистов, у него в экономии были съезды, проходили, он был верующий человек. И он, в общем-то, огромные свои ресурсы, не только финансовые, но лично свои, там, время, эмоциональные, он направляет на проповедь Евангелия. И, в общем-то, Сибирь, особенно Сибирь гражданской войны, 20-е годы, просыпается и образуется, знаете, Сибирский союз баптистов. Одно из таких очень динамичных. Сразу же в этот момент встает целый ряд вопросов. Это объединение союза евангельских христиан с союзом баптистов. Начинаются вести переговоры. В чем была проблема? Проблема была отлученных. Союз евангельских христиан с удовольствием принимал отлученных у баптистов. Ну, просто. А союз баптистов принимал отлученных у евангельских христиан. Хотя не всегда были равномерные переходы. И получилось, что это были не сотрудничающие, а конкурирующие союзы. Хотя все понимали, что нужно каким-то образом объединяться. И было совещание 1910 года, 1912 года, и очень много говорили об объединении. Но объединение произошло только в 1944 году, эта история продолжается, двух союзов. Ирония судьбы в том, что в 1919 году Проханов, как председатель Союза евангельских христиан, избирается вице-президентом Всемирного Союза Баптистов от России. Это тоже один казус, который очень долго мешался в отношениях. Чем еще интересны были эти годы? Эти годы характеризуются очень активной активностью братьев русских на международной арене, как это ни странно. Да? В 1905 году большая делегация Российского Союза Баптистов приезжает в Лондон во главе с Можаевым. Там был Иванов, Павлов, там был Каргель и многие другие. Интересно, что переводил им молоденький мальчишка, 21-летний Василий Вильгельм Фетлер. Служил переводчиком у русской делегации. В 1909 году Можаев из-за смерти жены отходит от управления делами Союза, временно отходит. И управление Союза, делами Союза сконцентрирует у Василия Гурьевича Павлова. Потом на съезде 10-го года Илья Андреевич Галяев избирается председателем Союза. И Союз предлагают делать как Союз отдельных, скажем, Среднеазиатского, Закавказского, Дальневосточного, Западно-Сибирского союза. И, то есть сделать такое автономное братство. Кроме того, в 1907 году, это была, наверное, одна из ошибок братьев, недальновидность, Василий Гурьевич Павлов решает по образцу английских баптистов создавать свое баптистское миссионерское общество параллельно с Союзом. То есть, если Союз в 1884 году создавался как миссионерский союз, то сейчас он разостался, там была уже издательская деятельность, там уже была чисто союзная деятельность. Если Союз образца, скажем, 5-го года был 11 тысяч членов, то Союз образца 11-го года, буквально прошло там каких-то 7 лет, это уже порядка 50 тысяч человек. Хотя цифры очень не бьются, разные статистики, как считать ли немецких баптистов или не считать немецких баптистов, потому что у них немножко другая арифметика была. Считать с детьми, без детей, то есть на самом деле очень сложно. Но тем не менее, я уже сказал, всего 30 тысяч человек прирост только за счет крещения. И вот
А вопрос управления Союзом. Как им управлять? То есть, и получилось, что в этот какой-то момент Союз занялся своими внутренними как бы, делами, а миссионерское общество, оно было отдельно. То есть оно должно было по такому же принципу, но что это значит? Это значит, что лучшие братья и как бы снижают приоритет. Это не значит, что миссия слабла. Она еще шла по инерции. Она шла еще как бы по накатанному довольно долго. И мы считаем отчеты благовестников, миссионеров на странице журнала «Баптиста». Обязательно мы видим, как идет благовестие в Крыму, создается на юге России, в Сибири, как создаются новые церкви в центральной России. Мы это прекрасно видим, и это интересно. Но немножко сместились акценты. Пока это было не очень заметно, это выровняется чуть позже. Вот. А пока в тот момент вот такая определенная стратегия. Немножко, наверное, не очень удачно. Что еще важно? Перед Союзом встал вопрос образования. Дело в том, что Союз Баптистов пытался официально разрешить, добиться разрешения у властей жить в семинарию. Более того, уже была семинария, начиная с начала 20 века, в Лодзе немецкие братья открыли свою баптистскую семинарию. Это была семинария, а так как немецких баптистов и немецкая секция были очень близки фактически, там, то братья, кто знал немецкий язык, ехал в Лодзь, учились там. Достаточно много известных братьев закончили этот союз. Что делает Проханов? Проханов берет, у него тоже была мечта создать учебное заведение. Ну, единственное, что они назвали не семинарии, а библейские курсы. Да? И в 1913 году Проханов получает большой у нас помощь от учеников Христа. Это деноминация в Америке, которые верят в крещение как завершающую стадию спасения. Он получает очень приличную поддержку, 100 тысяч долларов, это было очень большие деньги в тот момент, сейчас не маленькие, да, вот. И они открывают в 1913 году библейские курсы в Санкт-Петербурге, и эти библейские курсы подготовили несколько десятков выпускников. Было полтора выпуска, один целиком закончил, и второй не успел закончить набор из-за начавшейся Первой мировой войны. Но интересно, что вот эти библейские курсы там преподавал и сам Проханов, и Каргель, и многие другие известные братья. Вот. Они выпустили вот этот пул вот, достаточно образованных служителей, которые потом довольно долго трудились. Был такой подъем духовный, что съезд 1908 года принял решение о строительстве дома молитвы в Санкт-Петербурге, в столице России. Причем многие были против категорически. Зачем строить такой дорогой дом? Это же дорого. Можно 20 домов молитвы построить в губернских городах. Ну, Дей Иванович поддержал Василия Фетлера. Он сказал, что нам нужен дом молитвы столицы империи. И долго искали землю. Царь подписал разрешение на покупку земли. За 42 тысячи рублей купили кусок земли на Васильевском острове. На наши исчисления там около 35 соток земли у купцов Кривоносовых 8 сентября 1910 года был заложен первый камень этого дома молитвы. А на Рождество 25 декабря 1911 года они провели первое торжественное богослужение в этом доме, а к осени 12 года они полностью сдали дом молитвы. Дом молитвы на 3000 мест. То есть 1750 посадочных мест в этом зале и 600 и 400 мест, значит, чуть больше со столовой,
с издательством, с квартирами для служителей, то есть целый комплекс зданий. Вот. Такие же дома были открыты и в других, вот, и в Балашове, ну, поменьше других были построены. То есть Союз обрастал собственным, так сказать, уже имуществом. Вставал вопрос об организации дома престарелых. Очень актуальная тема была в Союзе баптистов. Почему? Потому что были вдовы, служители. Пенсии тогда не платили в России. Им надо было на что-то существовать. Были престарелые, откровенно, служители. Очень много известных служителей. Тот же Лисовский, легендарный служитель. Другие братья, которые прошли кирюсы, прошли каторги, прошли довольно серьезную такую школу, они умирали в бедности. Они умирали в бедности, потому что не было механизма их. И собирали через журнал «Баптистский союз», собирали, были пожертвования, но тем не менее такого механизма не было. Кроме того, вставал вопрос кладбищ для баптистов. Тоже актуальная вещь. Дома сирот, вопрос образования, потому что как изучать закон Божий в гимназии, да? Как, ну и так далее. Все начальное образование было под православной церковью. То есть многие вопросы, которые и сегодня до сих пор актуальны в России, они не теряют своей актуальности, они, в общем-то, были заданы вот в этот период. Начиная с 1912 года начались ужесточения. Если до 1911 года съезды каждый год, и съезды евангельских христиан, и съезды баптистов, они как бы были регулярно, в Одессе 1911 года был разогнан, он не закончился. В Москве собрался съезд 1911 года, его тоже разогнали, его не закончили, его пришлось свернуть на полтора дня раньше. И жандармы еще есть, отчет жандармов об этом съезде. И они между собой хвастаются, как удалось перессорить между собой баптистов. То есть, вот. И в 2012 году начались откат, или до старое состояние до 1905 года. Этот откат был связан с тем, что вокруг царя собралась группа, там был Распутин и некоторые другие довольно экстремистские ребята. Они ратовали за чистоту православного учения. Это был первый момент. Второй момент – назревала война с Германией. Не вдруг же произошла Первая мировая война, она назревала. И нужен был, как для любой вот такой войны, несправедливый и глупый, нужен был внутренний враг. Это вообще закон всегда, что когда что-то неправильно идет там внешнем фронте, в экономике, всегда ищут внутреннего врага. Баптисты, евангельские христиане, сейчас их называют протестантами, это не совсем корректное, на мой взгляд, слово, потому что, в общем-то, не совсем это протестанты, они оказались очень удобной мишенью для того, чтобы начать репрессии. В 13 году начинается закрыв собрание, срыв, я уже говорил, закрыв, сворачивание работы съездов. Последний съезд в царское время, съезд в 14 году баптистов, прошел нелегально на Кубани, в экономии Мамонтовых. И долгое время мы вообще ничего не знали об этом съезде. Буквально несколько лет назад нам удалось в одном архиве найти протокол, официальный изданный протокол этого съезда. Мы теперь знаем, что там все легло на свои места. Интересно, что и съезд евангельских христиан был последний в 11 году. И в 14 году, когда, как написал Кашек, Фердинанда Тавка-Кошеля, да, когда из-за выстрела в Сараево сербского студента Гаврила Принципа, кронпринца Фердинанда, он его убил, это был повод к развязыванию войны. И с этого момента, как потом напишет Дей Иванович Мазаев,
наступила ночь, когда уже никто ничего не мог делать. Начались репрессии и гонения на евангельских христиан и баптистов в царской России.